Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди, на аппарате Potion Securus Tail. Зелье, любопытная сказка, запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья. Мы продолжаем наши приключения. Мы с вами получили, ну, вот такую вот замечательную метлу, теперь мы можем летать довольно быстро. И нам нужно выполнить странное поручение. Добудь золотую солому на ферме, добудь ветвь ивы в тундре, добудь волшебную пыльцу в волшебном лесу. Вначале давайте посмотрим, где мы теперь можем здесь залететь, где мы еще не были. Кстати, все собираем. Что это такое? А, это я вместо того, чтобы собрать ресурс, котенка погладил, да? Ха, случайно так, внезапно. А вот здесь мы можем куда-то? Не можем мы никуда улететь. Где-то ж были тут перелеты, куда мы не могли попасть. Или это не здесь? На ферме. В лесу я точно помню, что были. Ресурсы нам абсолютно все пригодятся. Да не ты, я гриб хотел взять. Да. Котя, уйди. Мешаешь. Мне грибочек нужен. Тебя я уже погладил. Не наглей. Кстати, стоп, а ладно, уже переместились, а потом спустимся там вниз, и мы получили одну карточку. Тундра, в тундру потом, вначале с фермой мы, давайте, разберемся. Солома. Не вот эту разве? Солому. Сюда нам вряд ли нужно... Вот сюда мы можем перелететь, но там злой индюк. Был, по крайней мере. Вон он. Хотя что-то он не особо злой, так здесь ничего больше нет, кроме него. Я даже подтолкнуть его могу. Поговорить с ним я не могу, ничего сделать с ним не могу. Возможно, когда-то в будущем по заданию что-то будет связанное с индюком. Хорошо. Стоит ли пытаться вот это взорвать. А, бежим. Не догонишь, не догонишь. Котейка, куси, куси его. В огонь его, хитростью. Вот, отлично. Части тела, новый предмет на вкус наверняка, как тыква. На какие-то непонятные останки существа. А я его не убивал, он сам убился.
Это просто крыса-самоубийца. Бывает. А вот туда мы теперь дальше сможем перелететь. Этот попрыгун Покемонович сам перепрыгнул. Ну ничего, сейчас догоним. Новая. После гибели оставляет части тела. Добавилась новая информация по поводу крысы. Покемон, ты где? Покемон, стой! Не успел. Ну ладно. Тут новые грибы. А слушайте, а может быть бочки взорвать эти? Стоит ли потратить зелье? Давайте, наверное, посмотрим. Хотя нет, вроде бы они не взрываются. Вроде бы должны были бы они желтым пометиться, если на них можно воздействовать. А эти грибы я взять не могу. Что за звуки? Слышите? То ли фырканье какое-то, то ли что? Что такое? Что происходит с этим грибом? Я не могу ничего с ним сделать. Странно. А вот и золотая солома, судя по всему. А я взять ее не могу, возможно, это хозяин. Нужно спросить разрешение, наверное. А чем могу помочь? Ой, простите, мне нужно немного соломы. А верно, хочешь, чтобы я перепрял ее в золото? Нет-нет, господин, обычная солома меня вполне устроит. А ты забавная. И что ты дашь взамен? Может, своего первенца? Что? Хотите выменять солому на ребенка? Кто ж на это согласится? Ладно, ладно. Дам тебе соломы, если угадаешь, как меня зовут. Быть может, Том Реддл? Волдеморт? Томас Марвел Реддл, ну-ну. А вот и нет. Гномы любят себя нахваливать, но вдали от людских глаз. Если отыщем уединенный уголок, возможно, узнаем имя этого карлика. Последняя соломинка, узнай имя гнома в зачарованной чаще. И где же искать этот уголок? А обычно они устраивают пляски где-нибудь в глубине леса. Есть одно место на примете, я видел его в зачарованной чаще. Намек понял. Слушайте, это напоминает мне легенду о Румпельштильскине. Возможно, это его имя? Как раз таки. Как в сказке. Румпельштильцкен. Том Реддл. Замечательная отсылка. Так, а это куда? Еще куда-то дальше. Яблоневая река. Здрасте. Калум Макдональд. Отличный денек для сбора яблок. Видимо, нам сюда сейчас не нужно. Здесь карта есть, как бы туда попасть? И туда? Яблочки, как ни странно, часто применяются в колдовстве. Вкусный, невероятно притягательный плод. Отлично. Карту мы сейчас там получим. Это что, я не могу перелететь? Жалко.
Мне бы, возможно, заклинание огня какое-то. Янтарь. Внутри можно найти частички прошлого. Ископаемая древесная смола, используемая в украшениях. Хорошо. Но дальше мы и не пройдем, хотя дорожка вроде есть. Ладно, здесь пока что нам делать нечего, уходим. Наверняка Шрумпельштильцкен. Вот что-то не так с этим грибом, я не знаю что. Тут у нас индюк. Возможно, с него можно что-то получить, какой-то ингредиент уникальный. Но не хочу я просто так индюка убивать. Волшебный лес, дремучий лес. Давайте в волшебный, что ли, лес. Нам нужно... пыльца, но в волшебном лесу. А где зачарованная чаща-то? Эй, слушай! Что? А ничего, просто не смог сдержаться. Что? Может, подсказка к чему-то? Лягушка-древолаз, по-любому противник. Голубая ромашка, любит, не любит. Декоративный цветок, символ невинности и надежды. Лягушка-древолаз. Яркая окраска. Лягушка-древолаз предупреждает хищников об опасности. Она ядовита. По природе своей древолазы не агрессивны. Однако малейшее прикосновение к ним может привести к отравлению и летальному исходу. Не стоит трогать, даже если руки чешутся. Ну да, это самые страшные лягушки. А, улетаем быстрее. Ну, вроде они на нас прям не нападают так, за нами не гоняются. Индюк. Новая. При опасности паникует и оставляет перья. А, можно... Тихо, ты чё? А пускай в лягушку выстрелит. Стоп, а это что такое? Может быть, нужно вот сюда, чтобы оно стрельнуло? Хотя не долетит, наверное. А нет, это я и так подберу. Кристаллы воды. Интересно, вода живая или мертвая? Вода в форме кристалла, хорошо. Опа. Пещерка, посмотрим. Ух ты ж! Тихо. Что это такое? Понял, это ловушки такие. Карта. Быстрее. Доския. Великанша-людоедка из легенд квилетов. На голове ее водоросли, а за спиной она носит корзину, в которую бросает непослушных детей. Вернувшись в логово, Доския поедает негодников.
принципе, тут все, да? Туда мы перелетим. Что происходит тут? Спасите. Кого спасите? Чайник спасти? Может быть, водой надо? У нас нет ничего такого. Нужно водой полить. Не, ну мы взорвать можем. Только зачем? А я туда не пройду так, пока не это самое... Пока не потушу, я не могу взять сажу, ой-ой-ой. И помочь я тоже не могу. Ну и ладно. Нужно какое-то поливательное зелье. Так, еще куда-то спуск. Тихо-тихо-тихо. Вот не надо. Центральный нужно как-то взорвать, да вряд ли. Нет, не подействует на него. Здесь огонь нужен. Что мы можем сделать, допустим, из вот этого? Кристалл воды, допустим, сделаем. Голубая ромашка, допустим, сделаем мы перо. Попробуем, давайте одну штучку приготовим, что мы получим? Странная жижа, шикарно, ну спасибо. То, что нам надо. Какая-то странная жижа, ладно, попробуем сделать так. А если вот так? А ну-ка. Мощная волшебная вода. Так, волшебную воду мы сделали. Хорошо, потушить там огонь, может быть, сможем. А если сделать так? Сажа плюс сажа плюс сажа. Может быть, огонь какой-то, хоть слабенький. Слабая огненная бомба. Ну, тут довольно логично, в принципе, да? Огненные элементы объединили, получили огонь. Водные элементы объединили, получили воду. Больше пока что нам не надо, потому что ресурсов мало. Давайте мы... Так, это у нас огонь. А вот, видите, обводится желтым контуром, значит, зельем можно воздействовать на этот предмет. То есть зря не потратим. Вот так нужно и проверять. Вот всего делов. Превосходно, еще одна карта. Банип. Австралийское чудовище, обитающее в ручьях и руслах рек. По ночам оно охотится на животных, детей и женщин. Если, прогуливаясь возле водоема, вы услышали раскатистый рев, бегите со всех ног. Что я сделал? Нет, выбери, пускай у нас будет взрывное. Хотя нам сейчас понадобится вода. Кстати, здесь вот таким вот образом можно нафармить вот этих кристаллов и наделать еще воды. Лягушка, вот-вот не надо.
Что у нас тут? Оп! Ай! Что? Что это? Ух ты, еще одна карта. Дзимензю. Дерево с плодами в виде человеческих голов. Жесть. Которые смеются и умеют разговаривать. Те из них, что хохочет слишком сильно, падают на землю. Жесть. А как мне вниз спуститься? Есть. Ну что ж, давайте поможем этому чайнику, спасем его. А, вот так вот даже по площади действует. А ну-ка, потушим. Ой-ой-ой, чуть не сварился. Тануки, спасибо за помощь. А вы как, в порядке? Если не можешь вжиться в роль, не стоит и превращаться. Чего расшипелся, кот? Все произошло по чистой случайности. Чтобы прокатиться на телеге торговца, я превратился в котелок для чая, да в пути задремал. Так бы и спал, но кто-то и впрямь принял меня за котелок и поставил на огонь. Внушительная коллекция бутыльков, должно быть, ты зельевар. Позволь в знак благодарности поделиться с тобой рецептом малой колбы лос. Отбрасывать врагов с помощью сектора зелени. Я ж такую уже приготовил, кстати говоря, у меня есть одна штучка на четверке. Ну, спасибо. Теперь мы можем туда пройти. Кстати говоря, мы с вами уже находили еще парочку таких мест, где нужно полить, получается. И тогда вырастет что-то. Давайте еще сделаем. О, мы еще проходим куда-то дальше. Сияющая чаща. Сделать нужно еще нам. Ай, тихо. Еще нужно этих зелий. Что с этим делать, непонятно. Ой! Что такое, яд, что ли? Ой, ой! Ай! Этих водных зелий еще штучки три я хотел бы сделать. Я тут не потеряюсь, а? Мне пыльца нужна какая-то, а я ее что-то найти не могу. А, Фейри, вот кто нам пыльцу даст. А что привело тебя в наш лес, дитя? А я пришла за волшебной пыльцой. А, так ты разбираешься в магии. Чудесно. Нам как раз требуется помощь. Выполнишь задание, и мы с радостью поделимся волшебной пыльцой взамен. Не стоит заключать сделок с Фейри. Проще прихлопнуть ее да крылья оторвать. Какой ты жестокий котяра. Гелиос, вредина. Твой спутник решил выпустить коготки, и, видимо, в нем говорят кошачьи корни. Но я ему не птичка. Даю слово, ты получишь пыльцу в обмен на помощь. А что нужно сделать? Вперед по тропинке находятся древние руины. Нужно открыть проход, чтобы помочь кое-кому. Мы работаем над этим, но помощь нам не помешает. Похоже, на колоннах есть печать, и снять их может магия стихий. Ну, хорошо, постараюсь помочь. Активирую руины с помощью магии стихий. Кстати, сюда еще нужно будет прийти, когда у нас будет аж 10 карт. Вот это бы не забыть, где что находится. К сожалению, у нас нет полноценной нормальной карты. О, кстати, вот это, наверное, есть руины, да? Нет какой-нибудь карты, которую я мог бы открыть и посмотреть, где что находится, где какие проходы еще остались и так далее.
Так, ну, во-первых, давайте мы сделаем... У нас много серы, но огненных бомб сделаем штучек 6. Она сказала, магия стихии здесь нужна. Возможно, разные стихии как раз сейчас будут нам требоваться. Вода. Давайте попробуем, у нас вот этих много. Вот. Сделаем вот таких вот. Посмотрим. Синяя краска. Да нет, не надо нам синяя краска. Красная краска. Нет, красная краска нам не нужна. А если так? Так. И вот так. Колба воды. Еще. Ну и еще одну сделаем сразу, чтобы было. Пока что хватит. Так, берем новое зелье. Колба воды, огненная бомба, краска нам не надо. Ну, сейчас будем смотреть уже, что нам нужно будет делать. Это просто стреляет. Ой, попало, ай-яй-яй. А мне просто пройти нужно и все, или может быть нужно с ними что-то сделать, потушить, например. Так что здесь лучше, наверное, вот так вот быстренько пролететь. И все. Тидалик, Тидалик, огромная лягушка. Однажды она выпила всю пресную воду на свете. Угорь Небунум начал веселить Тидалик, пока ту не стошнило от смеха. Так огромная лягушка устроила настоящий потоп. Слушай, как интересно. Тихо. Ну а больше здесь двигаться некуда, значит это просто ради карт, это не те руины. Это не те руины, которые нам нужны по заданию, ладно? А вот, дальше по тропинке, она сказала. То есть сюда дальше. Ну хорошо, идем сюда. Здесь, очевидно, будет головоломочка. Так, взаимодействовать с этой колонной я не могу. Ой, лед! Ой-ой-ой, скользко! Здесь нужно растопить сундук. Это мы сейчас... Великолепно, целую кучу кристаллов воды получили. Что вот это за кучка такая вот? Какая-то она подозрительная, что ли? Не знаю, выглядит странно. Полярный маг, лучик солнца в холодном царстве. Головки этого цветка поворачиваются вслед за солнцем. Взаимодействовать с этой штуковиной... Может быть, нужно элементом соответствующим как-то на него бросить что-то. Так. Thank you.
Опять ты вредина. Ай! Сдуть с него ничего не получилось, возьмем хотя бы гриб. Что ж тут сделать-то? Что у меня есть земляное? Да ничего у меня земляного, в принципе, взрыв. А взрыв это земляное? Нет, это огненное. Шипы и лозы, но не хочу их тратить, не знаю. Но они не на меня вроде целятся, они просто рандомно вот... Ай, нет, в меня. А в эту попасть они не могут. Так, мне бы, слушайте, мне бы подлечиться, надо улететь куда-то и... подлечиться. В эту я не попаду. В эти тоже мне не надо. Взрывом, а если огнем? Нет. Нет. На них воздействовать не получится, бесполезно. Этот ничего не даст. Не думаю, что это что-то даст. А может быть, даст? Ну, давайте попробуем. Нет, дало, смотрите, оно его активировало. Так, а ну-ка. А, ну смотрите, так получается, вот эти уже активированы, а вот этот куда? Нам нужно вон там вот активировать сверху, а там у нас что? Вот этот активирован, получается, нам нужно вот этот активировать землей. Земля, что у нас по зельям есть? Шипы и лозы, да?
Давайте лозы. А, ну так всего-то делов. Я думал, тут нужно как-то их вращать, что ли. Что это было? А, думаю, ничего хорошего. У тебя получилось. Держи волшебную пыльцу обещанную. А что именно получилось? Помочь нам? Спасибо, прощай. А немножко подозрительно, конечно. Что мы там наделали? Надеюсь, ничего страшного мы не сделали. Кстати, здесь открылось, но вначале я хочу посмотреть, что у нас здесь в этой пентаграмме-то. Проход вниз. Былых времен тут дремлет тьма, в оковы слов заключена, но тайну, что та тень хранит, лишь достойному явит. Без света тьма тебя одолеет, коль страх над сердцем твоим доблеет. Ошибки прошлого учти, ум, душу, ясность береги. Какая-то головоломка? Серебряная руда, слово серебро, молчание золото, мягкий белый металл с высокой отражающей способностью. Каменная соль, не пересоли. Минерал со множеством применений, улучшает вкус почти любого блюда. Прекрасная приправа у нас есть. А вот здесь мы ничего не можем сделать. Кстати, мы довольно давно не сохранялись, по-моему, вообще не сохранялись сегодня. Надо хоть иногда это делать, хоть для приличия. В общем, отсюда мы улетаем. Полетим сейчас вправо, посмотрим, что там. А где зачарованная чаща, я не помню, к сожалению. Ух, сколько здесь вот этих вот, надо пособирать. Не забыть еще. Так, отстань, отстань, вредина. Ты вредина. Ты вредина, отстань. Не забыть еще поискать, где там полить нужно землю, где что-то может вырасти. Пещера Грудсланга. Это фейри. Она ж не враг? Она не враг. Земляная, ой, ты чё? Фейри, спасай! Фейри, я тебя сейчас взорву. Ее бесполезно взрывать. На это ей наплевать. Ай. Ой, фейри это самое... Короче, чтобы это ни было. Стоп, это что такое? Слизь улитки. Кто-то по своей воле мажет ее лицо. Липкая слизь, понятно. Вот это что? Волшебный нектар. Быстро летим сюда, пока возможность есть такая. Давайте что ли подлечимся. Вот здесь, кстати, смотрите, тоже можно полить. Улитка вроде бы воды боится, но не хочется еще на нее тратить воду. Опа, превосходно. Что у нас тут? А надо еще, наверное, зелье воды наделать. У нас их одна штучка осталась. Так, стоп, это я не то. А что у нас? Колбалос. Ладно.
Давайте вначале мы наделаем, значит, зелье огня. Сколько у нас, подождите, зелье огня? 5 штук. Огненных бомб еще наделаем. Так, это мы берем. Водяных у нас 1 штучка. Как мы там делали? А вот так, 9 штук. В принципе, можно будет улитку и палить тогда. О! Так. А, стоп, теперь нам нужно... Я понял, здесь на время нужно, то есть... Так, 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 и берем мы карту Балаур. Драконоподобный змей. Чем старше Балаур, тем больше голов на его теле. Уговорами и хитростью чудовище способно заманить жертву в свою пасть. Балаур умеет вызывать дождь, и из его слюны образуются драгоценные камни. Ну и все, в принципе, можно улетать. Ай-яй-яй-яй-яй, уйди ты. Не хочу с тобой морочиться, улитка. Ты вредная. Там ляпушка, мне надо ее как-то аккуратненько вот так вот обойти. Плод Закума, пища грешников, ярко-алый фрукт, обжигающий сочной макотью. Так, теперь мне нужно как-то лягушку быстро облететь. Есть. Что у нас там? Оттуда мы пришли, если я не ошибаюсь. Опа, что это такое здесь? А, возможно, можно там растопить. Да. Глаз амфибии можно использовать как антистресс. Глаз, вырванный у несчастной амфибии. Замечательный антистресс. Волшебная пыльца. За звезды, умеющие слушать, и за мечты, которые сбываются. Мерцающая пыль с крыльев фейри. Это у нас элемент воздуха. Осколки ядовитого панциря. Все есть яд, и ничто не лишено ядовитости, даже земля. Фрагменты панциря полностью пропитаны ядом. В принципе, все, да? Хорошо. Еще пещерка. Так, здесь надо взять... взрывное, потому что вот это могут быть вредины эти, маскирующиеся под грибочка. Что там впереди? Змей, тихо тут, змея какая-то страшная. Крыса, отстань, отстань, говорю, эть.
На тебе. Сама виновата, крыса. Сама виновата. Ишь ты, вредина. Пещерная змея, я ее просто обошел. Палесмурт. Чудовище, похожее на рассеченного вдоль человека. Палесмурт обитает на территории Удмуртии. Интересно, где его вторая половинка? Оп. Пещерная змея, на тебя не упадет, ничего нет? Жаль. Вот бы подстроить, чтобы на нее упало. Есть. Хитрость. Чешуя змеи. Из такой сумку не сделаешь. Невероятно прочная чешуя волшебной змеи. Ну пусть будет в хозяйстве, это пригодится. Так, сохранить. На всякий пожарный. Опять вот эта вредина тут. А нам здесь есть куда двигаться? Есть еще. Ой, это что такое? Это пещера, собственно, есть этого чего-то там. Сейчас посмотрим. А тут еще и дальше есть переход. Ну давайте посмотрим, что же это за пещера. Я ж дичайше любопытный, просто дичайше. Сохранимся перед этим вот так. Кристалл. А взорвать его может? Нет, это не сработает. Водой полить не сработает. Огнем не сработает. Сильно водой полить тоже не сработает. Нет, пока что. Пока что, наверное, нам рановато сюда. Что еще у нас есть, допустим? Вот этот, может, элемент земли? Нет. Черная змея. Не хочу на нее тратить зелья. Что-то пещерка-то довольно-таки большая. У меня подозрение, что нам сюда потом придется когда-то двигаться. Хорошо, вот так вот. Повезло. В общем, здесь просто можно добывать какие-то новые особые ресурсы. Мне здесь пока что делать нечего. Я не знаю, где зачарованная чаща. Стоит ли мне дальше двигаться в этом направлении? Опа, это я куда прибыл? Кристалл часто используется шарлатанами, владеющими магией. Минерал, обретший кристаллическую структуру. Хм.
Фейри, не подскажешь мне дорогу в зачарованную чащу? Золотое персиковое дерево, интересно. Вот оно. Может быть, его полить надо? А ну-ка. Нет, не подсвечивается, значит, нет. А, и опять-то, чтоб ты был здоров. Вредина. А, да твою ж дивизию, ты отравляешь, вредина. Я летать не могу, кстати, в атральном состоянии, и метла сбрасывается. Опа, головоломка. Сейчас посмотрим. Стоп. Может быть, нужно, чтобы было просто по порядку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Что оно само поменялось? Эй, а что оно вот меняется? Вот так еще один загорелся, если так. Ноль, один, два, три. А, с нуля начинать нужно. Ноль, один, два, три. Все, я понял, нормально. Я с единички начинал, там с нуля надо было. Что у нас по зельям взрывных? Можно, в принципе, сделать. Да пока нормально. У бабули будем, там сделаем. А здесь просто карта сразу лежит. Зеленый человек. Тело зеленого человека украшают ветви и листва. Он хранитель природы, может помочь путнику восстановить силы и наградить его дарами леса. Или же опустить его на удобрение. Какой добрый дядька. Стоп, там где... Улитка. Там проход какой-то открылся, надо посмотреть. А здесь, кстати, пещерка. И вроде вправо уже здесь идти некуда. И что это значит? Чем на тебя воздействовать? Нет, зачем? А, не то нажал, выпил, подлечился. Ну ладно. Надеюсь, мы умеем эти зелья делать. Колба шипов ничего не даст. Колба воды ничего не даст. Огонь ничего не даст. Нет, тогда не знаю. И что? Здесь тоже грибы. Просто грибы. И все. Нет, определенно, сюда пока что нам рано. Давайте мы телепортируемся, чтобы было быстрее. Потому что далеко назад топать. Ай, я забыл посмотреть, что там. А где улитка? Ну да ладно, в следующий раз посмотрим, когда-нибудь мы там еще будем. Так, не пойдет, это не сработает. В чем дело, Нияр? Я хотела провести эксперимент, но без когтя гарпии ничего не выйдет. Получится раздобыть для меня коготочек? Коготь гарпии, хорошо. Когти, ногти или рукти? Когти, ногти или рукти? Зачарованная чаща. Где коготь гарпии искать, кстати, у нас ни малейшей подсказки нету, да?
пещерная змея, ползучая змееподобная тварь, обитают в темных лабиринтах подземных пещер, обладают острым обонянием, способны чувствовать источники тепла с помощью органов ямок на голове. Пещерные змеи – прирожденные охотники, они способны отыскать жертву даже в полной темноте. Скрытые таланты, гибкий подход. После гибели оставляет части тела, при трении о камни и лозы сбрасывает чешую змеи и что-то еще. Земляная улитка. Тело этих необычных моллюсков покрыто прочной раковиной, которая защищает их от хищников. Земляные улитки предпочитают влажную среду и часто встречаются в лесах. От других моллюсков они отличаются способностью управлять землей и ядами, что делает их смертоносными противниками. Скользкие и токсичные. Часть слизи улитки можно смыть водой. Фейри. Фейри благого и неблагого двора привыкли ставить политику и собственные интересы выше всего остального. Ради выгоды они могут пойти на любые меры и устроить хаос. Жонглируют словом лучше высокооплачиваемых адвокатов. Они могут лгать, но не договаривать и искажать правду им никто не запретит. Часть волшебного нектара можно смыть водой. Но это если они будут нас атаковать. Ладно, ребята, давайте мы, наверное, здесь с вами сохранимся и уже на сегодня прервемся. В следующий раз пойдем с вами искать зачарованную чащу и имя гнома будем узнавать. Ну, потом еще в тундру нам тоже нужно будет с вами сходить. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья, встретимся в следующей серии. Пока-пока!